А спонсор этого видео – магазин рандомных ключей GoldCase.org. Здесь ты сможешь выбить самые крутые игровые новинки – GTA 5, Fallout 4, Far Cry 4 и также многие другие всего лишь за 10% от настоящей стоимости игры. Поэтому заходи, испытывай свою удачу и пробуй выбивать самые крутые игры во всем мире. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию нашего 7-го сезона с модом на покемонов, где сегодня, ребята, мы будем совмещать лаки-блоки и также покемонов, и вы увидите, в чем будет заключаться фишка этого сезона, потому что я вам обещаю то, что это будет действительно очень даже круто. Да, ребята, поэтому я буду рад, если вы поставите лайк. Ребята, я вам даю свое слово, если сегодня мы с вами сможем набрать 3000 лайков, то завтра в 10 часов утра выйдет новая серия про покемонов. Поэтому, ребята, я вас очень верю. Я надеюсь, что вам не лень потратить всего лишь одну секунду на меня для того, чтобы, ребята, новая серия вышла как можно быстрее. Пожалуйста, ребята, не гнитесь, это действительно очень просто. Я буду этому очень сильно рад. Также подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг, ребята. Вступайте в нашу большую дружную семью подписчиков. И также можете поделиться этим видео со своими друзьями, скинуть им ссылку на это видео, пригласить подписаться на мой канал. И также можете зарепостить это видео у себя на стене ВКонтакте, если вам, конечно, не тяжело. Да, ребята, а сейчас мы будем приступать к самому сезону, точнее, к самой новой серии. И как я, ребята, заметил, вот сейчас у меня почему-то спавнятся покемоны. То есть у меня сейчас спавнятся покемоны тут в воде, но как только я куда-то улечу, допустим, давайте мы пойдем на наш остров. Остров, который специально создан для того, чтобы мы находили покемонов в воде. Вот сейчас я сюда тпхнулся, и я не вижу ни одного водного покемона. Почему только что они были, а сейчас... А хотя нет, вот там не... Вот там вроде кто-то появился. Вот один-два покемона там вроде появились. Ну да ладно. Вы, кошки, за мной не следуйте. Я вас очень прошу, потому что в предыдущей серии вы меня просто достали, и я больше с вами даже не хочу связываться. Пожалуйста. И, ребята, давайте мы посмотрим, что мы будем делать в этом сезоне и в чем будет заключаться эта фишка. Я, ребята, сделал что-то крутое. Точнее, я установил, нашел и специально для вас, ребята, хочу усовершенствовать этот сезон, чтобы он был еще намного лучше. Поэтому, ребята, давайте мы знаете, что сделаем. Давайте в этой серии я вам сначала покажу то, что у нас вообще тут существуют, конечно же, лаки-блоки. Мы можем найти лаки-блоки в любой момент. Давайте пойдем... Давайте пойдем в горы, да? Или в Кафоманаманама, или как это называется. Оно находится, да, вот тут. Круто выглядит. Что я назвал, вот я потом вам, ребята, покажу, это где-то там. Вот что я хочу сейчас, ребята, сделать. Я сейчас хочу найти один лаки-блок. И после этого, ребята, вы увидите, мы сможем совместить обычные покеболы. Я специально для вас, ребята, перед серией создал 16 покеболов. Для того, чтобы вы поняли, что мы будем делать в этой серии. 16 покеболов, они очень дешевые, ребята, это там красавчик. Крафтятся красные априконы с железом. В принципе, вы знаете, как делаются покеболы. Я уже, в принципе, их делал, вот эти 11 штук. А кто не знает, ребята, то это очень просто. Ну, смотря какие покеболы. Вот это самые простенькие, а вот это уже, можно сказать, одни из самых лучших. Поэтому я сделал самые простенькие, ребята, только для того, чтобы вам показать, что это вообще такое и в чем будет вообще заключаться фишка этого сезона, ребята. Давайте выкинем, знаете что? Вот это выкинем. И возьмем вот это. Пускай будет. И сейчас, ребята, кто это там? Это Шакл бегает. Шакл нам не нужен. Нам нужен один лаки-блок. А где самое просто найти лаки-блок? Мне кажется, в пустыне. В пустыне его очень легко найти. Поэтому знаете что, ребята? Давайте пойдем в пустыню. Вот где-то вот тут. Тут я уже был, но все же, ребята, мы сможем полетать на Чаризарде. Почему я хочу вам это показать? Ну, чтобы вы почувствовали разницу, насколько поменяется сезон. Насколько, ребята, он станет лучше. Потому что это действительно будет круто. Мы сможем совмещать лаки-блоки и также покемонов. Это офигеть как круто. Поэтому, ребята, сейчас давайте откроем новую территорию. Там, где мы еще с вами вообще даже не были. Я надеюсь, что нам сможет попасться хотя бы один лаки-блок. Вот знаете, когда я вне серии бегаю или, допустим, на стриме я где-то бегаю, то лаки-блоки мне попадаются прям один за другим. Один за другим, один за другим. Как обычно, вы знаете то, что... То, что когда нам они нужны, то они нам фиг будут попадаться. Но мы сейчас, ребята, все же открываем новую территорию, поэтому надеемся. Надеемся, то, что нам хотя бы что-то тут попадется. Очень внимательно, ребята, следите, потому что если я не смогу заметить, то хотя бы вы сможете заметить. И как только вы что-то найдете или заметите где-то, допустим, лаки-блок, или не только лаки-блок, или
покебол, который валяется на земле. Сразу же, ребята, пишите в комментарии, на какой секунде вы это увидели, где вы это увидели, чтобы я потом вернулся и, конечно же, вот это все забрал. Потому что лаки-блок не хочется, ребята, пропускать. Но я сейчас, если честно, что-то вообще ничего не вижу. Но знаете, где это все может быть? Может быть, нафиг! Может быть, в глиняном биоме, потому что я... красненько, нафиг, прям солнце в глаза ударило. В глиняном биоме очень много может быть лаки-блоков, потому что без съемки я их находил большое количество. Кто был на стриме, вот тут был лаки-блок, но я его уже, ребята, забрал. Забрал, да, поэтому не кричите, мол, Эдисон, ты там лаки-брок... брок... блок... пропустил. Нет, ребята, я его уже давным-давно забрал. И надеемся то, что тут будут хотя бы новенькие. Если все же мы не сможем найти ни один лаки-блок, то в принципе ничего страшного нету. Я без него вам покажу вот этот новый мод, обновленную сборочку, ребята, потому что это модификация для лаки-блоков. И это настолько круто, то что сейчас мы с вами с лаки-блоков можем выбивать не только какие-то вещи, а сейчас, ребята, с лаки-блоков мы с вами сможем выбивать покемонов, ребята, да. И знаете что? Да ну нафиг, давайте мы не будем тянуть, давайте я вам сразу покажу, что это такое. Сначала поставим вот сюда верстак. И давайте скрафтим. Посередине нам нужен один лаки-блок. Потом делаем вот так. И смотрите, что у нас получается. Смотрите, ребята, что у нас получается. У нас получается пиксельмон лаки-блок. И, в принципе, как вы, наверное, понимаете, если мы его разрушим, то нам может выпасть, ребята. Смотрите, 29 пример болов. Но это еще не все. Нам с этого пиксельмон лаки-блока может выпасть не только покемоны, точнее, не только предметы для покемонов, а также нам могут выпасть сами покемоны. Да, ребята, с этих лаки-блоков могут спавниться покемоны, и это офигеть как круто, потому что сейчас давайте, ребята, я вам приведу пример. Нам нужно сделать еще один вот этот лаки-блок, и потом мы его сможем совместить с одним алмазом. То есть, смотрите, ребята, если мы поставим лаки-блок и возле него поставим алмаз, то этому лаки-блоку мы сможем придать удачу. Вот смотрите, сейчас у нас тут пишет то, что у нас будет на 12 удачи больше. Мы, конечно, можем еще туда поставить кучу алмазов, чтобы у нас получилось еще больше удачи, но давайте попробуем хотя бы вот это. Что это будет такое? Желтый он заспавнился! Офигеть! Офигеть! То есть, видите, ребята, то есть, видите, это офигеть как круто. Это офигеть как круто. Но я его не буду ловить, потому что, в первую очередь, я его не смогу словить, потому что он для нас слишком сильный. А во-вторых, мне кажется, мы его не сможем словить, потому что он очень большой уровень. И в-третьих, ребята, я лучше все же сначала найду, конечно же, Иви. И после этого, ребята, я лучше сам эволюционирую Иви в того покемона, который нам нужен. И как видите, ребята, это будет очень круто. Я вам показал пример, что мы будем делать в сезоне. И, к сожалению, у меня больше нету пиксельмон лаки-блоков, да и обычных лаки-блоков у меня нету, потому что их будет сложно достать, ребята. Я просто вам взял и показал это как пример. Но запомните, ребята, то, что... А если мы, допустим, добавим там 5 или 10 алмазов в этот пиксельмон лаки-блок, что нам там сможет выпасть, если нам с первого вот этого кейса выпал желтион? Да... Да, нам может даже выпасть какой-то шайни там, офигеть, какой редкий покемон, да, ребята? Поэтому знаете, что мы будем делать в этой серии? А давайте мы, ребята, сейчас отправимся куда-то и попробуем кого-то словить. Как вы знаете, я уже очень давно планировал словить какого-то водного покемона. Я хотел, чтобы это был, допустим, или Сквиртл, или Маткип, или еще кто-то. Потому что я очень хотел, чтобы наш первый водный покемон был каким-то... Ну, хотя бы каким-то крутым, да, чтобы он был там один из стартовиков. Но я с вами согласен, ребята, я почитал некоторые комментарии, многие люди писали, мол, Эдисон, это очень жирно, то есть, ну, не в скором времени я смогу найти какого-то нереально крутого стартовика. И это действительно займет очень много времени для того, чтобы его найти или хотя бы заспамить. Кто у нас тут заспамился? Кто у нас тут такой? Херосос у нас там. Херосос у нас там есть, но херосос нам не нужен. Прости, херосос. Прости, не обижайся, но ты нам нафиг не нужен. Бедрила. Я хотел назвать Бедрилу. Ну, я хотел назвать Бедрилу случайно, начиная с буквы П. Напишите, ребята, я не хочу сейчас говорить, потому что нас все же смотрят дети. Но напишите в комментарии, если вы поняли, как я хочу. Роуч нафиг! Я
Ралтс! Это довольно редкий покемон. Но он очень мелкий, прям такой мелкий, как... Как промолчу. Но все же, ребята. Нет. Да, я, если честно, уже поставил себе задачу словить первого покемона водного. Поэтому я не буду нарушать свои принципы. Сейчас многие, наверное, меня ненавидят за то, что я не словил Ралтса, одного из самых редких, ну, не самых, ладно, не самых-самых редких покемонов, но достаточно редких. Он действительно очень даже такой, ну, тяжеловато его найти, ребята, я действительно это признаю. Но все же, ничего такого страшного нету, ничего в этом страшного нету, поэтому, ребята, мы будем дальше продолжать наши поиски. Заноза! Я вижу Занозу, я вижу Литвика. Но, простите, ребята, я поставил себе задачу. И пока я не найду какого-то нормального водного покемона, я больше не буду никого ловить. Поэтому, ребята, держим кулаки. Пожалуйста, в этой серии держим со мной кулаки, чтобы у нас заспавнился какой-то крутой водный покемон, для того, чтобы мы его уже наконец-то словили. Я вижу кучу Заноз. Кучу Заноз, кучу Скитти. А ну, Занозы, пошли сюда. Нет, не вон, куда вы убегаете? Скитти, пожалуйста, иди в пень. Иди сюда, Заноза. 35 уровень, это, в принципе, даже то, что нам нужно, потому что с себя очень много опыта будет выпадать. И 34-й. Я словлю Занозу только чуть позже. Вот смотрите, ребята, какие у меня планы. 64-й, ни хрена себе. Ребята, какие у меня планы? Сейчас словить водного покемона. А после водного покемона, ребята, я планирую найти обычного или жука. И у меня даже на примере уже есть один покемон. И это, ребята, Сайтер. Он действительно очень красивый, он прикольный, и он один тоже с моих любимых покемонов. Один из, не самый любимый, но один из любимых. Поэтому, ребята, я буду пытаться его найти. Куда мы вообще летим? Да, у нас тут океан, поэтому мы летим в правильном направлении. И сейчас мы будем пытаться найти какой-то островочек посередине океана, потому что как раз там у нас могут заспавниться кучи крутых покемонов. Поэтому, ребята, надеемся, то, что сейчас нам что-то тут попадется, какой-то небольшой, прям такой островочек, или, может, островочек с каким-то пиксельмон лаки блоком. Я бы офигел, если бы это было так, честное слово. О, нашел, что-то тут есть, что-то есть, что-то... А вот что нам нужно. Так, ребята, мы выходим в Вартортл. Вартортл! Вартортл! Ребята, вы помните, что я говорил в предыдущей серии? Вы помните, что я вас просил повторять в предыдущей серии? В жопу Вартортла хотим Сквиртла. Потому что у нас тут один Вартортл, у нас тут второй Вартортл. Это вторая эволюция Сквиртла. Но нам он нафиг розово-жопой не нужен. О, что у нас там? У нас там еще и деревня, да? Нам нафиг не нужен вот этот Вартортл, потому что мне нужна его первая эволюция, это хотя бы Сквиртл. Сквиртл это, ну, я не скажу то, что это самый редкий водный покемон, да, есть еще тот же Маткип или тот же Ошавот, который намного реже спавнится. Но все же, ребята, я хочу кого-то найти. Я не хочу ловить Слоупока, я не хочу ловить Двибла. Это такие второстепенные покемоны, которые, ну, я не буду радоваться, у меня не будет спокойно на душе, если я их словлю. Поэтому я хочу сразу словить какого-то более-менее крутого. Ребята, вот смотрите, вы со мной согласны, чтобы мы не ловили всякий ширпотреб в нашу команду, допустим, без... Я не хочу никого оскорбить, Слоубро, я не хочу тебя оскорбить, жопоротой. Не хочу вообще тебя оскорбить, но все же, действительно, я не хочу вот таких второстепенных голимых покемонов. Двибл, без обид, пожалуйста. Не обижайся, глазастый, не обижайся. Поэтому я хочу словить хотя бы кого-то нормального. И знаете, куда мы сейчас, ребята, пойдем? Давайте мы пойдем, вот тут у нас есть островочек. Минус 1603, 75, 1015. Пожалуйста, кто-то нормальный, пожалуйста, заспамимся. Вот, кто-то у нас появился. Так, ну что, кто у нас там есть? Тут у нас на этом конце острова вроде есть нормально так покемонов, но... Мне вообще-то нужны водные покемоны, а не вы, заразы. Что вы тут вообще нафиг забыли, а? Кто вообще такие? Вы не водные покемоны? Нахрена вы мне вообще... Нет, Кьогр, охренеть, твою мать, нет, это Лугия, паскудина, я, так, сейчас, Лугия, охренеть, и что нам, охренеть просто,
Так, я попал. Ну, охренеть. Level ball, repeat ball, ultra ball, quick ball. Я никогда в жизни не словлю легендарного покемона с обычного бола. Даже если я вот эти все болы потрачу, я никогда не словлю, ребята. Она еще убежала, паскуда. Как бы это печально не звучало, но мне, наверное, придется ее отпустить, ребята. Я просто не смогу ее словить. Легендарный покемон нафиг с 12 серии заспавился. Вот что на этого я и даже не... Я вот этого просто-напросто не мог ожидать. Лугия, пожалуйста, будь лапочкой. Ну хотя бы попробуй словиться, пожалуйста. Паскуда, я за тобой уже охочусь целую ночь и также целое утро. Пожалуйста. Иди сюда, пожалуйста, твою мать. Я не могу ее просто так отпустить. Ну вы знаете, это же легендарный покемон, нафиг. Пожалуйста, ну стой на месте. О, так, последняя попытка. Если я не смогу ее словить, я ее просто посылаю. Я сейчас с ума сойду. Легендарный покемон, нафиг. Охренеть. Вот что меня радует, то что хотя бы он просто заспавился. Ладно, мы его не сможем словить вообще никак. Но меня очень радует то, что он хотя бы заспавился, ребята. Я уже верю в то, что в этом сезоне спам покемонов намного лучше. И все же то, что... Да. И все же то, что он есть. Лугия. Прощай. Пожалуй, вернись ко мне. К нам. Через серии так 30, когда у нас будут мастерболы. Лугия. Пожалуйста, я сейчас заплачу. Лугия. Вернись к нам. Пожалуйста. Лугия. Когда сможешь. Мы будем тебя... Да улетай ты уже, такой момент портишь. Лугия, пожалуйста. Мы будем ждать. Мы будем ждать. Я еще раз покехил использую, вдруг она надумает что-то. Лугия, стоять на месте. Лугия, пожалуйста, не уходи, не улетай, не покидай нас. Лугия, прошу, Лугия. Лугия, прошу. Лугия. Прикиньте, если бы мы ее словили. А если бы мы ее словили обычным покеболом. И прикиньте, если бы Лугия была нашим вторым... Если бы Лугия была нашим вторым покемоном. Если бы как-то получилось бы ее словить. Я бы охренел. Извиняюсь, ребята, но я бы охренел. Честно. Ну куда ты в жопу кинул? Я хотел тебе на голову кинуть, чтобы просто на тебя сесть и чтобы взлететь на Чаризарде. Чаризард. Сюда. Вот так. Молодчина. Понял то, что я хотел сделать. Лугия, стоять, пожалуйста. Я не знаю, ребята, но... Ну, вряд ли, ну... Она все. Она нас бросила. Она сбросила! Лугия. Ладно. Но что у меня с волосами творится? Ну да ладно, ребята, меня уже очень хотя бы радует то, что вообще спавн леген присутствует. У меня на стриме один раз заспавнился Райко, и он вот тоже вот так стоял передо мной. У меня на стриме один раз заспавнилась Райкваза, но я ее не смог заметить, потому что, ну, я просто не видел, где она заспавнилась. Просто в чат написала то, что она заспавнилась, но я не видел, где. Также, ребята, сейчас у нас заспавнилась Лугия, как вы видели, вот прям на серии, без всяких там читов, прямо она заспавнилась. И, как вы видели, я даже пытался ее словить, но не все так просто, ребята. И это очень даже круто, то, что хотя бы мы увидели то, что спавн все же присутствует. И, к большому сожалению, да, у нас не было мастерболов, а обычным болом словить Лугию... Ну, это как, допустим, выбить нож в кеске, чтобы многие понимали, к чему я клоню. А тому, что заспавнится легендарный покемон, это уже как выбить нож в кеске. То есть то, что он вообще заспавнился, потому что легендарные покемоны спавнятся очень редко. Очень редко, на то они легендарные. Это как нож в кеске.
Но, ребята, нам еще нужно, чтобы нам еще раз повезло и нам еще один раз выпал нож Кески, если мы хотим словить легендарного покемона с помощью обычного бола. Это также очень тяжело. Мы, конечно, сможем словить легенду с помощью одного бола, но нам нужен для этого супербол, который ловит 100% шансом. То есть, припустить, что у вас в Кеске есть кейс, с которого вам 100% выпадет какой-то ножик. Поэтому кейс бы также стоил где-то 1000 баксов, если с него 100% выпадет какой-то ножик. Поэтому, ребята, тот самый мастербол, который нам нужен, он также очень дорогой. Но все же, ребята, не расстраиваемся. В этой серии мы хотя бы увидели первого нашего легендарного покемона в этом сезоне, если исключать стримы, на которых также заспавнились два легендарных покемона. Ребята, если вы хотите дальше видеть новые серии, если вы хотите видеть новые серии Пиксельмона каждый день, вы можете на это повлиять. Я буду рад каждому вашему лайку, ребята. Не ленитесь поставить лайк, это действительно для меня очень важно, ребята. Это очень просто, просто зафигачить большущий палец вверх. Если мы с вами сможем набрать 3000 лайков за сегодня, то я вам обещаю, то, что завтра выйдет новая серия. А если наберем больше, то, ребята, я вам за это также скажу большое спасибо и выпущу серию еще дольше, там, на 10 или 20 минут. Даже может часовая серия быть, даже больше, и даже стримы могут быть, ребята. Поэтому не стесняйтесь, ставьте лайки, я буду этому очень сильно рад. Подписывайтесь на мой канал, потому что каждый подписчик для меня как друг. И также делитесь этим видео со своими друзьями. Я буду рад, если вы посоветуете это видео своим друзьям или зарепостите у себя в группе ВКонтакте, да, в группе, где вам угодно, ребята. Если вам, конечно, не сложно. Большое спасибо, ребята, вам за просмотр. Приходите на мой канал завтра, потому что видео выходит каждый день. Я каждый день тебя, чувак, жду. Или девушка, в зависимости, кто меня сейчас смотрит. Я не знаю, смотрят ли меня вообще девушки. Может кто-то, но немного. Поэтому я вас жду, приходите каждый день. Я всегда буду рад вас, ребята, видеть. Еще раз большое спасибо вам за просмотр. Стукнул микрофон. Извини. Всем удачи, ребята, и всем пока.